Доброго дня, дорогие зрители и подписчики нашего канала. С вами снова Артур, Максим и Григорий. Всем привет. Я вас тоже приветствую. И мы продолжаем играть в DayZ Origins. Здравствуйте, да. В прошлой серии, Джек. В предыдущей серии мы изучили город этот. Мы попали на остров на самолете. Сюда набежало очень много людей. Мы даже задумывались о том, чтобы поменять сервер и показать вам коммуникации, но люди сказали, не надо никуда уходить, мы сами зайдем на ваш сервер. И вот так все хорошо теперь. Короче, как этот город называется? Кто-нибудь помнит? У меня есть карта! Что за город? И куда нам двигаться дальше? Город довольно большой. Сейчас все посмотрим. Сейчас я быстренько гляну, хорошо? Давай, ты у нас будешь ведущим. Я понял. Я на выходе. О, я эту карту первый раз вижу. Это два острова, ребят. И гигантский мост. Просто огромный мост. Километра три. Шикарно. Ну ты же знаешь, как найти там. Был город у воды. И от него дорога длинная ко второму городу. Наш город назывался, по-моему... На М как-то, нет? Мир городки. Наш город назывался Метровица. Но мы от него ушли... Да вдоль дороги длинный и второй город, да, большой. Там уж сориентируешься. Севастополь! Погнали. Твой дом там есть? Я думаю, да, сейчас. Прикинь, к тебе в квартиру заходит. Офигеть, сидишь такой. Этот Севастополь. Тихо, спокойно, это не нам выговаривают. Хотя по-синему, я думаю, не нам. Я не слышу главное. Я нашел миротворица. Мы находимся сейчас в Брейнборе или в Бригадном Ору? Вот, скорее всего, Брейнбор был, ну, в общем, показывал стрелочку, что он справа от того места, где мы вошли. Какой-то город. А может, там вышка как-то отмечена, вот это здоровое? Так, Джек Шепард, давай с открытого места мы свалим, что-то как-то... Подожди, а чего там светится сзади нас? По-моему, там загорелось окно, нет? Я ничего вот не вижу. Куда ты идешь? Тихо, что-то есть, да? По-моему, оно загорелось, вот как только я этого повернулся. Нет, это торговый автомат просто. А, окей. Короче, вот, здесь деревьев пока сиди, потому что, блин, что-то кто это такой френдли-френдли? Не нам ли говорит? Не знаю, я попробую сейчас звук вот этот вот на максимум поставить, вон который. Угу. Чтобы я вас не вижу, господа. Мы ушли в лес справа, если смотришь с лица на этот автовокзал, справа от него лес такая... Вижу, мы у магазина продуктов. Штука. Вижу, буду прямо сейчас. Я не знаю, где мы находимся. Ничего, нормально. Никто не знает. Я не привык еще. Так, я подъезжаю в этот лес. В этом твое достоинство. И да, наше тоже. В том, что мы ничего. Все, Макс, я вижу тебя. Прямо катись. Вижу вас. Только не задави, смотри. Я аккуратно. Ты в прошлой серии чуть не убил меня. Так, слева какой-то свет горит. Так, ну что, рекон? Go first. Сейчас, секунду. We will be right behind you. Хорошо, значит, так и поступим. Шепард, come with me. В идеале, я бы... Это, блядь... Чудо блины. Тут такое. Ребята, я нашел машину. Да ладно, что это такое вообще? Это ванная, басмобиль, я готов. Я думал, она сломана. Погоди, возьми на борт. Ванна-мобиль без фигни, что за рвань? Басмобиль. Слушайте, я готов ехать. Мне нож. Грустный такой с отреченным видом. Блин, типа, мне на этом ехать. Ну что, поехали. Артура, есть место для тебя какое-нибудь? Там, видимо, только два места. Там сзади колеса нет одного, нет? Так нет, конечно. Не, она на ходу вообще? Если что, я на велосипеде поеду. Не, колеса нет. Да, слышь, все так. Подожди, тогда же трех нет. Трех нет. Двух задних и переднего. Так, парни, я предлагаю искать колеса, потому что... Я посторожу, ладно? Я вижу впереди трубу, судя по всему, там завод. Я нашел завод. Вот завод, ребят, это тех. Ты у меня вверх ногами ешь, если на тебя посмотреть. Это нормально, я учился этому. Нормально. Бэфмобиль. Круто. Так, это сами залутайте место, хорошо, я поехал дальше. Давай. 18 терное сальто, да, на квадроцепле. Я тебя не вижу. Три колеса и тулбокс. Обязательно тулбокс. Без тулбокса не будет ничего у нас. Так, я по лице сейчас буду. Я видел, куда Макс поехал, а где Артур, я не знаю. Да, людей хватает на сервере. Вот. И видишь меня, нет? Все, вижу. Ну тут как-то тень такая еще упала. Еще иначе. Этот завод единственное, что лутается здесь пока. Я тут в такой темноте ничего не увижу, поэтому мне придется флаг. Да, тебе придется. Давай. Будьте осторожны, люди есть. Я с Ленфилдом. До хрена на самом деле людей. Угу. Мой Ленфилд осторожен как никогда. О, стоп, кто-то кого-то убил. С Макарыча. Почему показали, что станция какая? Может быть, это рядом с нами показываются такие данные? Нет, я не думаю. Мы бы слышали все это дело.
Ладно. Ну, Макарыч, так, Макарыч с одного патрона не убивает. Артурчик, я наверх. Хорошо, я за тобой. Здесь колесо. Гришенька. Раз есть. Отлично, бери его. Я сейчас в рюкзак скину всякой там еды, воды. Ты как это делаешь? Как я на пол кидаешь, а потом уже... Нет, я кидаю все в рюкзак. Я так не умею. Engine parts нам вроде не нужен, да? Нам нужно все. Так, это я что? Беру колесо. Чего, колесо не может быть? Колесо пытается кто-то взять, кто-то другой пытается взять. Это нормально, я так понимаю. Ты его берешь или как? Колесо прямо сейчас пытается взять кто-то другой. Ладно. Отлично просто. Я так понял, он не берется, да? Да, Артур может его так, поднять? А 6 сейчас, подожди, я все говно повыкидываю тогда из инвентаря. Я нашел футбольное поле, может, футбольчик? Так давай, задар. Чем играть будем? Головой, зомби. У нас же топор есть. А что, скрап-метал брать? Нет, ну я взял. Пойду попробую его применить пока, ладно? Да, конечно. А у нас тулбокса нет. Да, кстати, тулбокса нет. Вот это проблема. Ой, тут, а ты тут все чертежи выкинул, понятно. Я думаю, что за мусор. А рядом с чертежами слезы. Так, я маленько подтупливаю. Когда же я уже привыкну к этой системе? Никогда, я чувствую. Да. Vehicle Service Point какой-то я нашел. Я не знаю, что это такое, но мне кажется, если сюда подвести машину, то ее можно будет легко отремонтировать. Я в пожарке. Сервис Point? Тихо! Ну, да-да. Одну секунду. Что? Я прослушиваю просто. А, окей. Наверху что? Чисто. Наверху тратится, ничего нету. Все, что я мог, я взял. Так, беру бинты, потому что я помню эту ситуацию без бинтов. Нафиг надо еще раз не оказаться. Так, вот сейчас вот я буду светиться на крыше. Вот это будет вообще офигенно просто. Я, честно говоря, колесо никто и не поднял, да, из нас? Я взял колесо, оно у меня. А, все, хорошо. О, отлично. Еще два колеса. Тихо. Я хожу внизу. Прислушайтесь, машина не едет вдалеке, нет? Я в городе катаюсь, не могу сказать ничего конкретного. Мне показалось, походу. Сейчас бы просто шум такой, да? Вежливо попросили бы отдать машину. Мы же люди дружелюбные. А чем бы да, мы попросил бы вежливо. Ну, как чем попросили бы? Машина едет прямо по дороге на меня! Чуть не сбила! Где? Выхожу. В городе, веду преследование. Где, не вижу. Едет баф-мобиль на 320. Едет к бафмобилю, Да, отлично. Повернула налево. Это какая-то хрень. У нее пулемет наверху, я не знаю, стоит из-за нее ехать. Я буду гасить. Она опять пытается меня сбить! Я у бафмобиля, где он? К этой, к ванной подъезжай, мы встретим. Она на заправке, она хочет заправляться, могу устроить заваруху. Давай, устраивай, как только можешь. Пытаюсь убежать, скрываюсь. Сможешь к нам выманить? Не могу сказать точно. Ты у завода, да, с трубой? Хороший опять вопрос, где я нахожусь. Задавили, нет? Нет. А у тебя нет уже звонка, да, на этом? Выстрел можешь сделать? Он на велике едет, думаю, нет. А если сползет, его задавят. Как у тебя дела там? Заваруха идет, как? Артур, ты слышишь вообще откуда? Где он может быть? Нет, я же говорю, я слышал машину. Отступил в магазин, короче, прячусь в магазине. Я вижу лишь Артура. Все. Макс, какие-нибудь я вижу сигналы, их трое, знали, их трое, они едут в вашу сторону. Хорошо, приготовься, Джек. У них пулемет есть на этом, но, судя по всему, без патронов. Пикап с пулеметом без патронов. Отвечаю, меня бы уже порешали просто. Короче, мы у здания, у которого красный флайер горит. Они поехали в вашу сторону, тушите флайер. Я у бафмобиля. Я их слышу, по-моему. Я вообще никого так, не слышу. Так, я ломанулся. Ломанулся к заводу, короче говоря, тушить. Это сейчас уже поздно. Они вернулись. Хоть чем-то заниматься. Господи, они вернулись. Ты уже к этому времени слез бы, дострелил, мы бы услышали, где ты. Я уже стрелял. Отлично. Это очень непрофессионально, но отлично. Я сейчас столько времени потрачу. А потухло? Нет, Джек Шепард, посмотри. Да, потухло. Да, все.
Ты видишь, где? Слева я вижу, киоск. Все, я там. Я слышу только бульк-бульк-бульк, звуки вот такие. Да, они приехали за мной, меня сейчас будут пытаться убивать. Давай, ты сможешь. Ты покричи в чат, скажи, типа, у меня есть друзья. Help, help, help. Они кричат help, help, help. Я их вижу, они стоят на пикапе. Целят в мой магазин. У меня револьвер и всё. Шепард, я выдвинулся в одну сторону, ты там пока паси. Я не вижу, я просто я выдвинул в сторону трубы, я сейчас около этого завода. По-моему, сюда бежал Шустрил, и где-то здесь, наверное, оно и происходит все. Я ем последнюю оставшуюся еду, чтобы мне ничего не досталось. Стрельба с ПБС. С ПБС это плохо. Ребята запакованные, походу. Блин, как мы так разделились-то, а? Да нормально разделились, как обычно. Просто карту пока не знаю. Тут мне надо убегать. Я не знаю, как мне скрыться, честно не знаю. Я буду пытаться. Ну, то есть я не буду вступать. Там есть окно? Нет. Ладно. Ты хер поймешь здесь, где что находится вообще. Меня убили просто за секунду с автомата. Но я без сознания, сейчас приду в себя, еще повоюю, возможно. Я выстрелов вообще не слышу. Я вообще ничего не слышу. Я остался жив, я нормальный? Ты близко к этой гигантской останкинской был или нет? У меня залагало все, я не могу встать, я в текстуре. Ну нормально. Ты трубу беги, хотел, сын, беги, сын, не одевай оружие, что так долго? Фу! Скрываюсь в магазинах, кросс. Слышу выстрелы, Артур. Вроде. Хелпа какая-нибудь, срочно! С противоположной стороны, Артур, если бежать от этого заводика, прямо и чуть направо. Давай, давай, стартуем от вышки. Туда. Я рванул туда. По-моему, оттуда, откуда-то. Меня гранатами взрывают! Ну, замечательно вообще. Шикарно. Че, у них там танка еще нет? Не знаю, хватаю велосипед и уношу ноги, как могу. Давай, давай, давай. Езжай к башне останки. Тут вертолет какой-нибудь зависнет еще. Понял тебя, просто улепетываю. Я вижу. Дай, мазафака. Ага. Дай, мазафака. Я вижу их средства, Артур. Ты куда ломишься? По ты карте. К башенке справа. Я урвал. Я уехал на велосипеде в неизвестном направлении. Я вижу 170 метров какое транспортное средство. Я вижу тебя. Я у вертолета. Упавшего. А, ну понятно, что за транспортное средство. А, нет, это трак, а там именно было написано транспортное средство. Когда тут будет поворот на этой автостраде? Артур, помнишь то место, где мы вместе с Максом еще все встретились и светило? Ну. А, все, я вижу тебя. Это ты? Да. Все, вот. Короче, мы просто не знаем, где они. Где-то правее от нас были выстрелы. Вот на стрельбу, пожалуйста. И мне нужна заливка крови, я просто уезжаю, я земли не вижу, я домой хочу. Но мы не знаем. Мне прострелили голову, я остался жив. Они бы хоть. Мозг не задет. Тихо, тихо. Видел там вдалеке что-то какое-то, заметил через этот прицел. То есть надпись какую-то. Ну, там написано в основном человек, что-то зомби. О чем они разговаривают, Джек? И это. Сейчас подожди, суппортово переведу. Господа, говорит, а не послушаете ли нам немножко Мандельштама? Нет, господа, говорит, я сегодня хочу почитать томик Гюго. Абсолютно точно это не то. Да, вот все, что я сказал, на самом деле они говорили не это. Короче, Джек Шепард, не выходи сюда, если они тут поют, они нас снимут просто вообще. У вас хотя бы есть оружие. Давай к бафмобилю вернемся. Давай. Ты можешь возвращаться? Ты вот бы Макс вообще как-нибудь мог вырваться и вот к нам бы их приманить. Приманить? Я точно никого не буду приманить, у меня кровь на донышке. Чем тут лежит? Кстати, Артур тут мертвый зомби, его кто-то убил. Мне кажется, это текстурный мертвый зомби. Это чудеса дедукции, да, Ватсон? Блин, зомби. Ну чё ж так нехорошо-то все? Где? Ну я по ним первый начал стрелять, так что все, в принципе, закономерно. Ты по ним первый начал стрелять. Ну еще бы, я увидел машину, видел типа, который сидит на ней верхом. И я как бы пропал. При том, что у тебя не было оружия. У меня был револьвер, я вроде бы попал ему в голову, но, видимо, что-то. Потом начал кричать, у них пулемет на тачанке. А что ты нас? В какое дерьмо ты теперь нас втравил? Я виноват. Так, я пытаюсь урвать. Я еду, я не знаю, куда еду, честно. Я просто пытаюсь урвать. Я вижу город, я еду по нему, если вы видите безумного. Ты видишь большую. Вот вышку, эту башню, вышку, да, здорово, мы прямо у нее, мы прямо у нее.
Понял, топлю прям к ней. Чтоб хоть узнать, с какой ты стороны-то. Я западнее ее. А, еще бы знать, где здесь. Где запад? Разбитый вертолет с двумя зомби. Это ты, Джек Шепард, бежишь за тобой зомби? Да. Это ты. Я думал, это ты рядом со мной бежишь. Я в автовокзале. Я на автовокзале. Я возвращаюсь, я вижу автовокзал, я еду к нему. Я вообще, я не живой, не мертвый. Я потасканный, но живой. Так, все, я запарковался тут. Я тебя даже не заметил, ты где? С какой стороны ты приехал? Подъехал сзади. А, сзади, понятно. Так, все, я в автовокзале, мне нужно срочное переливание. Я там, где мы начали серию. Я поднимаюсь на автовокзал. О. Шепард, сделал переливание, у меня крови нет. Или ты мне закинул? У меня все есть, нет крови. Я вам обоим закинул в сумку по пакету. Как же закинешь плохо. Или закинул уже, когда ты успел? Закинул уже. Идите хорошо. Внутрь туда, а я тут послежу маленько. Хотя, с моей внимательностью. Но я понял, с какой стороны ты сзади подъехал, значит, там все это было, да? Я покажу вам направление. Вот там, вот куда я сейчас смотрю, головой наклонился, вот там все это было. Отлично. Что тебе перелить, да? Что я... На юг. Да, мне залить. Угу, сейчас, секундочку. Делаю дело медицинское. О, боже мой, я снова жив буду, нифига себе. Вот ты там, сейчас туда смотришь? Да, вот там, вот там. Ну, мы примерно туда и бегали, по идее. Только чуть правее были еще. Что, пойдем... Надо решать, что... Не, какие проблемы-то? В нашего стреляли? Напали на нашего, да? Ну ладно, идем убивать людей. Ну, наш напал, но это одно и то же. То есть, война пошла, ее уже не остановить. На самом деле, меня, я думаю, убьют. На самом деле, я чуть не умер. Так, я... Что мы решаем? Ну, скажите мне, Ленфилд с первого выстрела убьет или нет, вот в этой версии? Нет, 4500 крови — это все, что ты нанесешь. Уронит? Нет. Даже не уронит, охренеть. Ну ладно, будем надеяться, что у меня будет шанс на 2 выстрела. Я могу, в принципе, провести разведку на велосипеде. Оно будет умно или лучше вжарить всем вместе сразу? Они нас все равно не ждут. Да, они думают, что там один какой-то псих отбился от группы. Кто крадется? А это вы? Это мы, это мы. О, смотри, может, так двигайтесь быстрее. Тут же третье лицо. Го направо. Что это было? Направо? Да, направо. А, вот сюда. Все понятно, бежим. Вот там мы были. Все, там... Джек Шепард, уходи с улицы вон туда, в ту сторону, там в темноте получше будет. Правей? Да. Угу. Вон за шусками там бежит. Угу. Вон впереди магазин, вот там была заваруха. Вот у этого магазина? Блин, мы же там были. Вон там впереди, вот куда я показывал вам направление. Ну, там где свет магазин. Еще, да? Вон там. А этот магазин — это такое, это типа, я не знаю, что здесь происходит вообще. Я забежал сюда за... О, арбалет. Батарейка. Я нашел батарейку, она нужна, наверное? Она для этого нужна, для кодового замка. Понял. Мне бы хоть одну стрелу. Фу, это выбег. Поле утоляющие есть тут. У меня душа в пятки уходит просто. Не стоит. Здесь хреновое место. То есть мы забили на бафмобиль. Как его собрать лучше? Нам интересно. Сейчас мы... Блин, я пить захотел резко, если вы не против. Конечно, нет. Зомби вошли. Удачи, зомби. Вы в магазине? Оба? Да, ну мы уже сейчас уходим. Нашел мешок с цементом. О, нашел стрелу. А, нет, это не стрела. Не вижу вообще. А нет, это стрела. Все, у меня есть арбалет, он сносит нормально, я готов воевать. Молодца. Я вышел к вертолету. Он сознание выводит моментально. Вижу Артура. Угу. Двигаюсь. Понял. Давайте как-то... Вот мы сюда прибежали с Артуром. Бегите, и побежали Артур, обратно. Дальше, беги, мы будем за тобой. Ну то есть как бы, чтобы не вместе, чтобы было хотя бы дистанцию метров 30. Угу. Мы тут были, кстати. Вы куда повернули? Не в ту сторону, вы не туда побежали. Нужно знак, да я? Куда я показывал, да, вот туда, вот так, куда Джек. Все, окей. Вот мы туда не пошли. А, это пожарная машина вообще. Прикол. Музыка, конечно. Музыка, да. Как я живой остался до сих пор. Ну я уверен, если бы мы были втроем, мы бы им наваляли. Конечно. 100%. Без вариантов. И вот там слева или справа должна быть заправка такая дурацкая. Я ее вижу уже. Вот там-то все и случилось. К
ты ушел-то вообще? Да я не знаю. Здесь как-то все очень так хорошо простреливается. В рубашке родился, скажем так. Там барашек ходит. И справа, вон они идут в гиле. Да, да, это они. Видите? Где ориентир? Вон в гиле они втроем. Вижу. Стрелять нет. Не стреляй, лучше поближе подпустим. Так, ну, у меня боль, я отошел. Сами решайте. Файр. Я стреляю. Вон они, 4 человека, давай. Получайте, подонки. Скотина, зашуса. Так, перезарядку ушел. Я сделаю плохое дело и кину им фаер туда. Давай. Лови, сволоты. Джек, найди укрытие. Джек, вали. Я за деревом. Они за стеной от третьего лица, все видно, ты помнишь об этом? Я понял. Фаера не забыл переключить. Стреляю по ним. Перезарядка. Не вижу, куда они ушли, Джек. По левому флангу обхожу. Они там за зданием. Кидаю налево туда флэр. Это я продолжаю по улице идти. Да. Обхожу, сейчас патроны. Я пойду. Ты пока держи их, если что, стреляй. Патронов много еще. Сквозная дырка. 6 штук. В здании есть сквозная дырка. Я понял. Хорошо. У меня 7 патронов. Я там специально флэров накидал, если они побегут, вы их увидите. Есть то нет. 7 патронов это мало. Чисто. Они втроем, у одного, по-моему, была МК. ССОшная. Никакой сквозной дырки в здании не было, в котором я обходил. Были я ники вон, буквально секунд 10 назад, теперь я их не вижу. Они в сторону леса могли уйти. Вижу лишь Макса. Зашел внутрь. Внутрь чего? Внутрь дома. Понятно. Их тут мало. Да. Френдли, да ладно. Но это не рядом с нами, поэтому. Это не он, это другие люди. Артур, ты где? Я по правой стороне. Где-то, наверное. Я вижу, ты сидишь. Да, в сотке метрах от тебя. Если я рвану туда, ты меня прикроешь? Я не думаю, что стоит двигаться сейчас. Не надо сейчас, да. Ладно. Фаера кто-то метает. Это я кинул, да. Все, теперь все здесь вокруг освечено. И они внутри здания были, все трое. Они могут на крышу подняться. Не вижу. И вот интересное дело, они могут сейчас ползти, мы их не увидим просто физически. Увижу. Ты на какой высоте? Первый этаж. Ну, видишь, так увидишь. Вот я вижу лишь ник Макса. Я буду стрелять только уже наверняка, потому что 7 патронов это... Я понял тебя. 6, да. По-моему, одного из них я хорошо зацепил. Это хорошо. Ты когда крикнул огонь, я, по-моему, в одного попал. Френдли. Тут просто впереди еще пожарка такая есть. Непримечательная. Угу. Она впереди, что характерно, у нее там третий этаж наверх выделяется, с него можно нас снять. Я ее пасу время от времени. Третий этаж как раз, он выходит так наверх. Удачно. Они, возможно, за домом, со стороны спины этого дома. Я попробую сейчас быстренько... Ну, это не... Рванули, откуда мы с Артуром стреляли, они рванули налево. Так, есть, я прошел кое-куда, куда я хотел. Тут я вижу немножко больше. Джек Шепард, ты... Блин, ты эти позицию, лицо, что ли? Это такой бред, а, нет, вообще. Стоишь. Я сижу у дерева. Чуть-чуть поближе подходи, если можешь. Но я думаю, что... Ладно, подходите. Да, просто с такого расстояния... С подручней стрелять, а в плане тактики у нас ничего не изменится. Мы все равно их зажмем. Вот прям куда видишь, куда я смотрю, вот прям здесь были три ника. Прям вот в этом заходе в здание. Я не думаю, что они бы стали релогаться на самом деле. Но они втроем были в гиле, у них ну, пушки да, нормальные. Но они как сквозь землю провалились просто. Я надеюсь, они сквозь землю не ушли на самом деле. Вот это вот видите, вот заправка или что там такое, помните? У кого можно... сколько мурдерс или бандитс хил, у меня 0-0, поэтому... 0-0 пока, да. Значит, все живы. Нет, ну нам бы написали, если мы их убили. Угу. Посередине экрана прям, большими торжественными буквами. Ты внутри здания, да? Ну, смотря внутри какого здания. Вот я вижу тебя. Вот прям где ты, они-то туда рванули. Я двинул еще чуть-чуть вперед. Куда они могли деться? Тихо. А, что? Это зомби, они не агрятся, что самое интересное. Куда делись собаки? А, жопы поджали сразу. Как по ним стрелять начали.
Но они бы не стали выходить, потому что у них есть машина, а машины их я не знаю где. Тут есть полицейский... Машина стоит на месте? Не знаю, где машина. В том-то дело, я бы уже сел и уехал. Так, еще такое... Вышел с моей стороны. По-моему, меня заметил, но... Блин, я не вижу его хорошо. Ориентир, любой. Это зомби, извиняюсь. Вижу, кто? Это ты, Джек? Я хожу у бока. Понял, иди сюда, зайди хоть сюда, что-то так стрёмно. У какого бока? Куда ты, Джек, ушел? Вот. Ну, около вокзала, грубо говоря. Отлично, я в текстуре. По-любому они могли просто здесь лечь, Макс. Видишь, где я хожу? Если я лягу, посмотри. Ты даже не увидишь. Так ляг и посмотри. В текстуре никого нет. Тут чисто. А могли ли они куда-то уползти, так? Ну, если только они машину бросили. Хотя машины может и не быть. А вот за этим зданием, Джек, есть полицейский... Я вот сейчас занимаюсь багаюзом вообще. Полицейский участок. Перестанем заниматься, значит. Ты, короче, находишься там в этом, да? Да, вот там, где фаер погас. Угу. Так, ну с моей стороны тут долго еще ковать можно. Я еще чуть-чуть вперед выдвигаюсь. Угу. По правой стороне. Три парня в гиле. Просто исчезли. Нет, не три. Их там один в гиле был, по-моему. Я видел всех трех в гиле. Было ощущение, что они все три были в гиле. Джек, ну-ка встань. Хватит там лежать. Блин, меня луна палит вообще по-страшному. Я уже вышел, ты чё? Я вот не знаю, где Артур просто. Вот мы как бы тут... Напротив вас, через здание. Кидаю флеш далеко, в сторону чего? Налево. А, это ты. Это уже здесь, как ты быстро перемещаешься. Джек, попробуй... Я вас вижу, короче, обоих. По никам. Теперь я расскажу вам, как все было. Мы начали по ним стрелять, вот, Макс, они вот сюда вот забежали, и вот здесь вот где-то через кусты я видел их ники. Потом они просто пропали. Вот отсюда, вот с этой точки, они куда-то делись. Чупакабра пишет: «Домба, я вижу тебя». Ну, у нас нет домб. У нас типа домба, а вот дамб, дурак, нет? Может быть, сленг. Да. Раковский. Но домба нет на сервере. Короче, я выдвигаюсь к этому зданию, я буду с правого края его выглядывать. Сейчас я к нему рывок делаю. Окей. Никто не против? Нет. Давить нам все равно нечем. Ушел. А вот домба. А вот домба появился, френды пишет. Так, Джек, идем, мне нужна помощь. Очень я не вижу тебя. Я там вот с тобой видел. Тут патроны на рентвел тебе нужны? Тут еда еще, да, где? Вот лежат, вот прям тут. Вот, все вижу. Я неплохо так высадил патронов-то. Я понял тебя. Так, идем за мной, хорошо? Что-то, ребята, ощущение, что они ушли, потому что я уже... Тихо, они там. Я точно знаю, они за пожаркой. Один из них выползал, ползком посмотрел и заполз обратно. Какая пожарка? Справа от нас вот, или что? Да, это пожарка, задний вход, он с него выглянул. Может, я туда фаер кинуть? Нее. Давай, кидай фаера туда, Джек. Ну-ка, козлы. Может быть, мне показалось, но я уверен практически на... Я с фаером пришел. Отличный фаер. Хороший. О, хорошо, пошло. Еще один. Все, хватит. Теперь, если вы их увидите, гасим. Кто-нибудь может в белый чат по голосовому сказать? Anybody home? Меня убили, я не знаю откуда. Пам-пам-пам. Через ларек, походу. You're dead. Артур, это ты? Я стрелял в какого-то человека, но... Дюк умер. Да, Дюк умер, написали. Они что, по-моему, с пистолета что стреляют? Я убил своего. Артур, это ты? Стал бандитом. Я своего убил. Я бегу к тебе. Давай. Это я. Ты бандит. Так, прикрывай меня. Или сейчас я станоков. А, это станок СДшный. Тебе подойдет. Он работает. Зомби не агрится больше. Так, хорошо. Я беру блокбэк. Могу вам сказать, что их там три. Окей. Хорошо. Но тебя прям сняли с этой вышки, я видел. С вышки? Да. Так, фонарик. Ну то есть оттуда кто? Артур, давай скорее зомби зайдет. Ага. Так, тулбокс беру. Стреляй с пистолета. Карта. Он так. В бейсболке. Тихо, чуть меня не стрелял. Это я. Я отхожу назад. И сейчас... Шус, как у тебя там появиться? Это какой город? Мы запомнили, нет? Миротворец. Я не знаю, что это за город, но я думаю, рано или поздно я там окажусь. Подожди, Джек, посмотри, у него есть этот... Я не хочу туда подходить, мне кажется, меня снимут сразу. ПНВ. У кого?
у того, которого я убил. А где ты кого-то убил? Вот он. Точно, тот же чувак. Снайпер. Я же тебе говорю. У него М16, так. Это моя М16. Сколько там уже убили? Одного я убил. Лиспак. В Лиспаке антибиотики. Джек Шепард быстрее тут по ощущениям, да. Один еще за пожаркой. Бандаж. Так, антибиотики нам нужны? Нет, я не знаю, беру два. Бери. Все, уходи оттуда быстро. Кирис беру, Ротфлэр. Что-то шустя. Не взлюбили. Да, сегодня просто не день шуса. Как у тебя дела, шус? Сейчас ищу, где зареспиться можно. А, имя этого чувака было Дюк. Угу. Вообще ничего не видно. Джек, ты освободился? Сейчас я патроны для пистолета тут скидываю, если что. М911 кому-нибудь нужен? Мне не нужен. Мне не очень. Так, я кушаю, потому что у меня вообще... Это вообще поэтому пока что ты без прикрытия. Окей. Ты у меня это колесо еще лежит. Шепард, харяб. Все, я готов. Что делать? Иди ко мне. Где ты? Это вот правильно бежишь. 11 метров. А те же 43 показывают. Так, ты в елке сидишь, да? За тобой там гонится. А стоишь, ага. Пожарки. Давай уходим туда чуть-чуть ниже, в низину, и обходим со спины сейчас, зайдем в задницу этим тварем. Давай. Через елку пробеги, чтобы он, ага, от тебя отлепился. Ни хрена не вижу. Вообще такая темень. Если вы умрете, я вам очень рекомендую умирать. Станет в два раза темнее, короче. Это будет вообще ужас. Нет, у меня уже дальше некуда. У меня только черные силуэты. У меня вообще все черные. Вот у меня тоже. Так, где ты? Вон я за тебя. Кто-то ползает. Это зомби, нет? Куда я целюсь? Он, наверное, метрах. Ну, ники показываются. У меня ничего не показывается. Не показывается. Только тебя я вижу. ПНВ у него не было, да? Не. Где их тачка, интересно? Тихо. Это у тебя автомат или этот? У меня М4 холо, то есть с коллиматором. А. Ну я думаю, тебе лучше первым забежать, а я прям за тобой. Да, потому не что... жрить. Не надо так спешить никуда. Жить зачем, хочется. Зачем всем вообще забегать куда-то? Я бы машину их нашел. Я вообще сейчас ничего не вижу. Ну, я вижу то, что ты вот это вот кинул. Ну. Вот, я просто вокруг бегу, и я рядом с тобой, как ты видишь. А зачем так? Я туда кинул. Ну, сначала-то ты нас засветил. Ну, это было на секунду. Капец, Джек Шепард. Если они лежат и сцикают, то они бы ничего не увидели. Да, посрались они жидко после всего. А я тебя не вижу. Это самое печальное. Нормально. Ты где вообще? Все сам вижу по себе. Шус, как у тебя? Какая ты к нам? Бегу. Да, я прямо рядом с тобой. Вы все, забудьте про меня пока на эту серию. То есть, получается, и тебе еще далеко бежать? Концентрируйтесь, да, ты далеко. Ты с метровицы бежишь, что ли? Да. У-у-у, капец. Так, а что концентрироваться? Они все уже сбрились. Нет, не может быть. Самое странное, что его убили, и мне кажется, что откуда-то с вышки стреляли. Хотя, может, это был... Нет, тот чувак не мог, которого ты, Артур, убил, потому что здание прикрывало ему обзор, и он Макса физически не мог увидеть. Так, Джек Шепард, Флара почти потухла, видишь, она мигает. Ага. Сейчас можно будет зайти в здание, в пожарку. И мы там что-то увидим? Ну, мы увидим, если там кто-нибудь убьет нас кто-нибудь, может. А может, мы кого-нибудь убьем. О, Чупакабру убили. То есть они отошли, походу? Или это не они были? Все потухло. Скорее всего, не они просто. Так, теперь мы там в полной тьме. Можно сделать... Ты забегаешь, как только будешь прямо у входа. Я кидаю фаер. Не надо. Ну, не резко надо. Вспышка, ты всех видишь и валишь, нет? Нет, просто если кто-то вдалеке, то он меня убьет. Окей. Так, я захожу. Я практически давай внутри. Я ни хрена не вижу. Я тоже. Внутри никого нет на первом этаже. Хорошо. Может, флэйр лучше? Я вот и думал, что кинуть бы. Не-не-не, не надо.
Мне вообще твой ник в заднице мира показывает. Так, на первом этаже ничего. Здесь есть охотничий нож, патроны к чему-то. Но я пока не лутаю, я поднимаюсь дальше. И ни хрена не вижу на втором. Ну, наверху нет движения вообще. Короче, я даже подниматься дальше не буду. Похоже, что ничего тут нет. Откуда тогда стреляли? Убили точно откуда-то так, с этой вышки. Так, тебе охотничий нож нужен, нет? У меня есть, есть. Ну ладно тогда. Здесь патроны ККМ, а патроны к бизону есть. Блин, ты не пугай. Господи. Ёкнуло маленько. Так, я беру сейчас воды нам, потому что она пригодится. Давай, я все вокруг осматриваю. Так, я убегаю к тебе. Давай. Ни хрена тут, короче, нету. Подожди, нет, я на улицу выйду, на дорогу, посмотрю. Не стоит ли там машина. Ни хрена там нет, все, я бегу обратно. Окей. Я вышел, и ты видишь меня? Ну, то есть, мой ник. Да. Я на тебя иду? Да, приближаешься. Хорошо, сейчас мы с тобой пойдем обратно на автовокзал. Ровно на меня бежишь, вообще супер. Ориентирование. Видишь? Угу. Ну, я тебя не вижу вообще. Я тебя вижу. Хорошо, я тебя увидел. Короче, вот, давай теперь двигаться обратно к этой телебашне. Нам бы закончить серию. Да, и в принципе на этом будем заканчивать. Такая вот серия вот у нас получилась. Боевая. Крутая. Угу. Ну, с расследованиями, тайнами. Тихо, 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 где-то зомби поблизости. Я слышу. Короче, на этом... уже будем заканчивать, а в следующей серии, как Макс у нас добежит до города, продолжим. Состычимся, да, состычимся, да. И продолжим. С вами были Джек Шепард, Артур и я, Максим. До скорых встреч и пока. Да. Всем пока. Джек Шепард, да, мы добежим с тобой еще. Да, мы добежим, мы-то еще как бы это... Попрощались со зрителями Макс. Animal? Это что за animal? Это животное. Ну, перевел. Не за что. Отлично. КПП какой-то. Слева зомби слышу. Я ничего не вижу. Я число. Вообще бегу просто. Меня, кстати, тоже бы, если бы залутали, было бы хорошо. Там очень много крови и всякой фигни. Я даже не знаю, где тебя убили. Я за варьком. Я бы мог. Ну, ты сейчас найдешь в темноте, это нет? Я могу кинуть флэр. Все тебе с флэрами. Тут, где кто-то снимает людей с вышки. Да забей, я сбегал бы, слутал и убежал. Ну, давай, давай. Тогда погодь. Ну блин, тут зомби. Может быть опасно. Зомби привлекает флэры. Все, вставай, беги, беги, беги. Я надеюсь, ты видишь флэр. Тут куча всего! Артур! Или что это? Тут что-то, тут схрон. Беги ко мне. Тут схрон, тут, короче, стоит крест, и рядом с ним всякие вещи, видимо, чела мертвого. Ну, тут так труп. Тут не труп лежит, по большей части, а какая-то могилка его. Да-да-да-да-да. Так, короче, хватай. Давай, я бегу вокруг зомбями, а ты лутай. Видишь, ну, меня? На самом деле, они за мной тоже бегают. Короче, Джек Шепард, давай уходим в лес, их залипаем в елки и аккуратно пробираем сюда, собираем все это. Я вообще в здание их скинул. Ну, можешь в здание, я просто, мне так ближе. Здесь только ёлок нет, по-моему. Блин. Чупакабри, что-то вообще не везет сегодня. А, это логаут. Losing connection to escape alt F4. Ну, значит, чупакабра у нас рак. Да, так себе. Ну, или его же убили, может, он просто от ярости, типа, не хочет заново, темно не видно. Подхёрт, раз, вышел. Так, ты налутал там, нет? Я еще только пытаюсь от зомби избавиться. Я думал, это ты. Так счет у нас пока 1-1, значит. Ну да. Нормально. Парни в гиле 1, парни бомжи 1. Так, господи. Блин, что, убивают зомбика? Ну да, убиваю мимо. Два выстрела, третью в голову.
Все, лутаешь? Давай собирай по-быстрому. А, я лутаю. Ну, давай. Давай, О, у него М4, А3. Я же говорил, что у него М-ка. С одним станагом. Так брать? Сколько вы уже убили, я не понял. Одного или двоих? Ладно, я беру М-ку. Это все с одного? Это другой чувак уже. Пакет крови. Еда. Я даже не знаю, кто это. Морфин у него был, хорошо. Хорошо, я подобрал крови. Может, блин, у них, а, у нет, них это, такой, это у него арбалет, у меня арбалет был, там никакой МП не пахло. У них такой крутой пикап бинокль был. У него есть. Тулбокс беру. Так, фонарь, спички. Так, я все взял, что мне нужно было. Дымовухи. Тут рюкзака же нет, да? Ну, то есть мы уже лутали. Че мне, с Макса брать кровь или забить? Ну, бери, конечно, кровь нужна. У меня есть кровь. Два пакета. Этого мало. Но еще пригодится, я думаю. Так, теперь бы мне вспомнить то место вообще. То есть. Ну, в принципе, если это опасно, то не стоит. Сейчас посмотрим. Да стоит что. За мной просто вот зомби бегут. Ты далеко, Макс? Бегу из миротворить. Ну, помните, когда я говорил, что нет смысла бежать ни взад, ни вперед? Угу. Вот я там. Ну, ты смотри, меня зомби даже тут настиг. Оба. Ох, как темно. Офигеть. Короче, видишь, Артур, чудо, блины? Вот прямо у них Макс лежит. Хорошо, понял. Я сейчас зомби отвожу, тогда ты лутай. За мной свой зомби гоняется тут. Парни. Давай. Вот этот в костюме, да? Гражданин. Хорош. За мной, пожалуйста. Я достаю из широких штанин. Мне возмущенно кричат. Гражданин! Блин, да я не могу. Ты можешь. Я отвел их. Да у меня свой тут пассажир. Ой, да не один. Отвалить. Япона, мать, они сейчас ноги сломают. Ну и нафиг. Так, сейчас я их отведу тогда куда-нибудь подальше, так шлепну. Давай. Почему он прям тут пробежал? Кто фаер кинул? Я. Господи, ты что пугаешь? Ты предупреждай хотя бы. Да я не успел. Чертовы зомби тут бегают вообще на раз-два. Они все нагрелись на фаер. Тут пушка лежит. И Элис пак. В смысле, чья пушка? Просто пушка Винчестера или спак лежит. На том месте, где мы этих парней тогда видели. Бляха, меня порвали. Так, я ухожу в этот... Давай. В пожарку лечусь. Я пока Макса лутну. Так здесь напротив пожарки, оказывается, больничка. Они там тусовали. Господи, нас сейчас грохнут, пока мы тут вошкаемся. Да. Стреляю. Да падай ты уже. Так, хорошо. Мне кажется, ли светлее? Не знаю. Кажется. Сколько там времени-то? Трудно сказать. Все, вокруг трупа чисто. Не, время час ночи еще только. Давай. Нет, там 4 часа с ночи, мы сейчас еще час же час не сыграли. Да, вот это точно Макс был. Арбалет? Да. Ох уж эти заборы кругом, а. Давайте уже заканчивать. Карта. Да-да-да, у нас же, кстати, серия все еще идет. Компас, карта взял. Пакетов крови, как ни странно, не вижу. Мне все увидел, 4 штуки, да. Ну а тут как бы нет сумки, тут просто стоит крест. И куча вещей. Да, здесь по-другому отображается. Я не видел еще. Так, хитпак я выкину нафиг, лучше вместо него еще один пакет крови возьму. Все, Артур, куда валим? Я беру еще один пакет крови из больнички. Морфин у меня есть. Давай, у меня морфина тоже 3 штуки, по-моему, даже. Главное сейчас уйти куда-то, скрыться и закончить. Мы идем сейчас обратно на этот... Так, ладно, остальное потом как-нибудь возьмем. А давай в больничке закончим. Плохое место, Джек Шепард. Пойдем, мы лучше обратно на автовокзал, это очень близко, по сути. Я беру М-ку в руки. Угу, правильно. А вообще, давай закончим на ходу. Это будет очень круто и атмосферно, потому что все равно ни хрена не видно будет. Мы будем бежать в темноте. В общем, да. Такие серии, в принципе, блин, была интересная, конечно. Жалко, что Макса убили. Первый замес. Ну как, жалко, это опыт. Да, опыт не особо такой. Теперь он станет злее.
Ну, в общем, я думаю, в следующих сериях он еще настругает людей. Но пока что все. С вами были Джек Шепард и Артур. А, и, ну, и Макс. Я еще никуда не делся. Спасибо, что Макс с нами. Я уже забыл про тебя. И снова пока. Да, всего хорошего. Пока.